Вот так вот, друзья, сидим на набережной, кушаем креветочку черноморскую, отдыхаем, наслаждаемся видами. Нельзя. Попробовал я водичку, отличная Нельзя. Вода, можно купаться, отличный пляж. Сейчас немножко посидим и пойдем дальше, в другую сторону, исследовать вторую часть пляжа. Кафе практически полупустое, но бармен выносит еще горы использованной посуды. Значит, люди есть, люди были. Ну а мы пока в самом начале, самая набережная, пройдемся, посмотрим, что здесь есть. И вот типично для каждого курортного города. Это набережная, усеяна различными разнообразными магазинами, киосками, напитки, чаи, детские игрушки, пиво, креветки, раки даже были, видели, вареная кукуруза, всякое-всякое-всякое, можно перечислять еще бесконечно. Информационный щит на пляже. Время 15:24, температура воздуха 29 градусов, температура водички 10 градусов. Но есть те, кто уже довольно-таки активно купается на пляже. Значит, можно. Можно всегда, главное будет ли приносить какой-то комфорт и удовольствие. Но загорающих людей уже довольно большое количество. Хотя некоторые еще кафе приводят в порядок к началу курортного сезона, так сказать, который здесь официально начинается с 1 июня. Вот так вот, ребята, еще полным ходом все готовят, приводят в порядок. Еще не обработанная доска здесь лежит. Но что меня приятно удивило, это ходят специальные люди, которые находятся на смотровых постах. На смотровых постах. И ребята уже официально одеты в желтые футболки. Спасательный там патруль, по-моему, у него написано, или как-то так. У него камера на груди, то есть, которая все фиксирует. Он обязан наблюдать за купающимися, следить за порядком на пляже и докладывать о всех нештатных ситуациях, принимать меры к их устранению, что ли. Как-то так. Такой здесь шикарный галечный пляжик, ребята. Я сам обожаю галечные пляжи. Вода на галечном пляже всегда чистая, прозрачная. Но много кто не любит галечные пляжи из-за того, что не совсем мягко, не совсем удобно не лежать отдыхать. Но для таких людей специально есть лежаки. И считаю, в принципе, не проблема подобрать соответствующую постилку, более твердую, которая будет удобно для вас, и выбирать для отдыха галечные пляжи. Шикарного галька, шикарного цвета вода,
и уже большое количество отдыхающих на пляже. Попробовал я только что водичку, невзирая на то, что водичка 10 градусов, как написано на столбике информационно, она действительно таки очень теплая, очень комфортно. Я бы с удовольствием уже бы искупался. Вот так вот, друзья, сидим на набережной, кушаем креветочку черноморскую, отдыхаем, наслаждаемся видами. Попробовал я водичку. Отличная вода, можно купаться, отличный пляж. Сейчас немножко посидим и пойдем дальше, в другую сторону, исследовать вторую часть пляжа.